И за рулем Липован. И на машине Липован. Немного ли? Сережка, немного ли тебе фотографий? Ух ты! 5 баллов! Папа весь мокрый. Ты что, забыл, как ездить? Пока-пока. Сейчас поедет, сейчас. Короче, друзьяки, вот такая вот у Липована получилась ходячая машина, рестораны на колесах. Кому интересно, оставайтесь на вообще на канале или на этом ролике. Посмотрите, как мне его делали. Работа была кропотливая. Всем еще раз благодарю. Ребята, такие вы молодцы. Сделали чудо, которое есть в единственном городе Одессе, нашей любимой маме. Вот такой вот ресторан на колесах. Как это было? Милости прошу, смотрим сюда. Давай, погнали. Эй, ты. Толстопузая. Ты хорошая собака. Ты вытер нормально все? Угу. Так и можно поздороваться, да? Давай. Друзья, всем привет. С вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, счастье сегодня у Липована неимоверное. Как это такое бывало у меня? Да, блин, всего лишь 2 раза в жизни, короче. Была у Липована Жигули. Да, сегодня сразу объясню, не по тексту. Сегодня не готовлю по морю, как это, не хожу и по привозу не лажу. Сегодня я в Мурео. Продаю свою старую старушку Карину Е. Мама дорогая, хорошая машина была. Ну такие у Липована, дай скажу. Появился Мерседес, непростой, да, тоже старенький, но я вот благодаря этим вложениям, что сегодня отчебучу, короче, засуну деньги в Мерседес. Мерседес непростой, ресторан на колесах, будет, короче, чисто липованский ресторан, единственный в Одессе и во всем цельном свете, правильно, оператор? Правильно. Короче, эх ты, у Липована есть подписчик такой хороший, молочага человек, болгарин с Одессы, да, у него тоже есть канал. Проходите, находите, короче, там чебуча с машинами, не такое дело, там тюнинг и бла-бла-бла. Короче, он говорит, Липован, давай, ты мне жаришь карася, а я тебе Мерседес привожу в порядок. Я говорю, братик, договорились. Так что давай, короче, карася у меня есть, у него есть там, что всунуть в мой Мерседес. В принципе, он на колесах, это большой Мерседес, сейчас я его вам позже покажу. Как он называется, Мерседес? Спринтер. Спринтер, как это, в простонародье почтовик. Да, вот такой, будка. Но там не просто будка, там уже есть вытяжка, есть столы, есть холодильники, бла-бла-бла. Есть даже окошечко, через которое открывается обзор и ароматы карася на весь мир. Так что смотрите, не за горами, Липован будет выездной. Звоните, пишите, договоримся. Уха, выездная жареная рыба, мидии, бла-бла-бла. Все, что хочешь, короче, вкусняшки из Одессы. Да-да-да, не забывай про бички. Буду жарить прямо там, где ты находишься. Приехал в Одессу, собрался с друзьями, набрал Липована. И такие на следующий день уже у тебя. С песнями и плясками готовим тебе вкусняшки. Давай смотреть, что из этого получится. Поехали. Все. Хорошая. Красота старенькая, редкостная. 94-го года. Ага. Ну ничего, зато сиденья у него мягкие. Да. Угу. Не как в Мазде, конечно, но очень даже ничего. И на массаж себе с продажи выцеганю. Это если останутся деньги у меня. Нет, это в первую очередь.
курс. Я надеюсь, хоть не годовой курс массажа? Месячный. Месячный? Да. Давай, договориться. А почем я продаю? Кстати, пишите в комментариях, кому интересно. Мне интересно. Вот почем оцениваете такую шикарную, хорошую, липованскую старую машину? А? Вах-вах-вах. А может быть, кто-то бы ее так раритетно бы купил, понимаешь? Серьезно? Надо было аукцион объявить. Блин. Балда. 2 литра, автомат, чистое здоровье, газу дал и забыл. Не два. Тебя же там исправили. 1998. О. Оказывается, вот такая мелочь, но пустяк, да? Приключилось у тебя, да? Расскажи. Случилось. А что, мы уже приезжали сюда, хотел ее уже продать. Прошли экспертизу, оказывается, не 2 литра, как написано в техпаспорте, а 1998 кубиков. И вот эти вот маленькие 0002 кубика пришлось писать заявление на Киев. Его нам таки правильно перепечатали, и вот прошло 2 недели, мы опять здесь, опять проходим экспертизу. Опять процедуру по новой. Наша песня хороша, начиная сначала. Ну ничего. Ну ничего, да. Зато погода хорошая. Всем привет из Одессы. Что, все, Сережка? Куда не заходишь? Не выкатится? Все, попала в хорошие руки, короче, машина, так что я... Доволен? Тойота, давай, как это? Эх ты, Мерседес, ёшкин кот, поехали к болгарину с Одессы. Оператор, давай, понесла, сейчас ждет нас, как это? Ну, ребят, расставайтесь со старым, приобретайте новое, хочу, все будет нормально, да, у всех. Всем успехов. Липован привез меня в поле, наверное, опять что-то романтическое затеял. Ой, ты снимаешь? Ёшкин кот, конечно, тут я чуть-чуть порядок навёл, но здесь далеко не порядок, здесь полный беспорядок. Короче, смотри, кишки висят, розетки, смотри сюда, поплавлены. Ой-ой-ой, по технике безопасности это вообще недопустимо. А это тебе что, дело? Не знаю. Хэви метал. Короче, ребята будут с этим отважно справляться, наведут мне здесь полный порядок, короче, переведут все это... В надлежащий вид, двери здесь открываются, оператор вот представит, тут стою, вытяжка есть, короче, ну что это за тряпочки, это я поставил, чтобы не грохотало. Я здесь стою, чищу карасика, короче, раз, газ плита, я повернулся, друзья, такие карась липованские, получи, братуха, дай 5. Ну, это в будущем, сейчас, короче, едем потихонечку, смотри. Покажи мне, что там, холодильник у тебя есть? Да, тут валяется 2 стола, вон доска у меня есть такая, ручная работа. Гюзлеме. Гёзлеме, я еще ни разу ее не выгуливал. Холодильник есть хороший, пристегнутый вот такой штукой. Так что будем просить ребят сделать все культурно, цивилизованно. Смотри, чемодан не имеется. Если что, раз, и в гагры. Понятно? Все. А тут тоже холодильнички, да? Стоечки, да, они такие обшмоцанные, смотри. Ну, морозилочки, ёлки-палки. А, даже морозилочки? Показывает. А что ты думала? Ну, надо помыть. Это тебе не это, конечно. Смотри, что у меня здесь морозится. Колоночки, будет звук здесь. Ой, а таки тут, музыка а за тут, всю Сережка. Одессу. Что? Грязно, пыльно, ё-моё. Так, Катюня, я тебя умоляю, это все отмоется. У ребят есть чем мыть, короче, золотые руки, едем к ним на СТО. Ну да, главное, что Мерседес. Таки болгарин с Одессы благодарочка. Кому интересно, ребята, да-да, именно та аудитория, которым интересно. Автомобили и ежи с ними. Болгарин таки делает чудеса. Вот они там чудят, конечно, блин, с этими смартиками, БМВ, бла-бла-бла, и ежи с ними. Ну, короче, не за горами, сейчас вот-вот уже, и я звоню, кстати, Владу. Ты что-то ежи с ними, да ежи с ними. Извини. Так получилось. Я просто как это, душетрепетельно волнуюсь, понимаешь? Уже аж язык чуть-чуть немножко. А это что? Это вытяжка. Откуда? Из автобуса на улицу. Иди сюда, еще. А тут, смотри, ничего, так выключатели. Ну, хорошие, да. Да, я тебе еще покажу. Давай, покажи. Смотри. Здесь есть прямо рубильник с электричеством. Автобус подключается к электричеству. Mm-hmm. Да. Есть включатель-выключатель. Может работать от генератора. Угу. О, так тут у тебя шо? Все дела, да? На сигнализации. Пожарная. Да, тут что? Безопасность, ну вот это все я уже дела, понимаю. Да, тут есть и подсветка. Короче, надо тут... Есть тут что делать. И охранная штучка, да, или что это? Это датчик движения. Ага. А чтобы посторонние здесь среди моих карасей не лазили, понятно? Угу. Потому что кто в Одессе жарит карасей? Липован. Only Липован.
Алло, Влад, здорово, это Серега Липован. Братик, вот здесь стою на бездорожье, короче, что, ты выскочишь, меня встретишь? Хорошо, все, жду тебя, давай, до скорой, да. Да ты что, творится история, елки-палки, единственный ресторан во всей Одессе, в котором таки Липован и рулевой, еще и повар, нет-нет, да, а чего нет, правильно? Ревзя, таки вижу, вы рады за меня, очень благодарочка, да, так что, давай. Ловите меня по Одессе, там, где пахнет карасем, короче, и что-то связано с Мерседесом. Катя, короче, я в шоке. Вот я. Перепарковывает. ВВС. Я сейчас сам там не проеду. За оператором. Дай, ты не ловок, дай-ка я. Да так и оставляй ее. Тут можно вывернуть. Не, я так не оставлю. Чего? Сейчас надо где-то остановиться назад. Я сейчас пока автобусом попаду, надо и машину твою назад ставить. Знаешь, я больше будет объехать. Я сейчас сзади ее кину. Да вот тут ставь ее, люди проедут. Параллельненько вот тут бы поставил, и нормально было бы. Люди... Вперед-назад автобусом давай. Мы его загоним. Сейчас, сейчас. Да? Мы его загоним, да. Давай. Пёс. Так, смотри, я его там, ручника нет, я его на заднюю поставил. Говорит, что у него ручника нет. Тут собака бегает. Сережа. Он тут прямо под колесами. Ну, позови его, я не могу, блин, на это смотреть. Что-то там еще и дыгает, дыгает. И вот тут вот колесо грыжа, видишь, какая? Где? Вот. Когда едешь, на том нету, а на этом есть. Ну, такая гуля, да. Я не видел. Собака, иди сюда. Неповоротливый он у тебя. Да. Сразу, видишь, попал в руки профессионала, ёлки-палки. Короче, не помещается твой автобус туда. Не может быть, должен поместиться. Я как-то больших карасей в сковородке маленькую умещаю, все будет нормально, брат. Все, сейчас туда больше, да, и потом туда. Ну, я не подсказываю, это только все. Майло, Майло, ну-ка, шукер. Блин, я не могу смотреть на нее. Потом и другие поставим. Вот мне уже интересно, что из этого получится. Я просто в шоке, конечно. Радость, как у ребенка. Мама дорогая, вот как мне бабушка самокат купила. Это что, самокат был? Трехколесный, да. Зелененький такой? Бежевенький. Эх ты, погнали, смотри. Это так называется ваше ИСО? Да. Механикс, смарт-мастер. Смотри, сколько здесь смартиков, оператор. Как-то в моей голове не укладывается. Смартики и твоя громадина вот эта вот. Да, 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 смотри, какие маленькие малыши, короче, елки-палки. Здесь десяток помещается. И один огромный Мерседес-автобус. Ну ничего, смарт тоже Мерседес, так что мы попали в правильные руки. Тюнинг! Что-то эта штука не открывается, у меня отсюда только с ручки изнутри. Ну и натяжка слетела, это.
Да, тут в принципе ты по мелочам, он заглядывай, что тут есть. Поплавленные розетки, кишманы, холодильники есть, не знаю, работают, не работают. Сейчас с той стороны покажу окошко это. Короче, в принципе, все вроде бы работает. Но надо привести в порядок, да. Привести в порядок, отмыть, отчухать, сделать, короче, единственный в мире ресторан на колесах, который живет в Одессе, правильно? Окошко какое-то. О, сейчас, а я даже не знаю, как оно открывается. Давайте посмотрим. Будем надо посмотреть. Тут что-то завязано, что-то развязано, какие-то шумки. Давайте я включу. Веревочки. Оператор, да. Свежая камбала, рыба, икра, жареные караси, бички, подходи, покупай, налетай. Деньги давай. Правильно? Все, порядок. Ух ты, слушай, так я еще ни разу не открывал этот. Ну ты так ничего смотришь сейчас за кошечек. Тут, получается, есть какие-то вот моменты. Типа полочки. Типа барной стойки, да. Как они цеплялись. Мои лучшие жучков хочет. Как-то так. Дрова есть. Дрова есть, все есть. Как это, дрова есть, можно и поесть. Короче, но если... Кишка, она тоже... Должна. Не, а может надо было включить зажигание? Вот так вот оно должно быть. А, может быть, да. Эй! Потому что вот 100%. А это просто где-то подсветочка. Где-то освещение. Дополнительно. А, вот это свет, а вот это вытяжка. Это вытяжка. Это вытяжка. Меняться, мыться, перебираться. Да, да, чтобы это было уже упорядочено, лежало все спокойно. Да? Обалдеть, я вот это и хотел сказать. Да, вот колеса подключаем. Колеса из такого, что надо сюда тросик ручника, потому что, я так понимаю, наверное, он здесь или отсутствует. Да, да, скорее всего. Что-то такое, да. А что это у тебя холодное оружие, да? Где? Вот это ручник. Это ручник. Я его на ходу под колеса ставил. Да, теперь будет нормально трещать, как у всех. Короче, как-то так. Так, поехали. Ну все, короче, сворачиваемся. Будем вас нет-нет додержать в курсе событий. По итогу увидите, что из этого получилось. Да, из этого вот а-ля автобуса. Будет таки шикарный, настоящий, замечательный ресторан на колесах. Эх ты, мечты сбываются. Давай, мы с тобой не прощаемся. Оставайся на канале, подписывайся. Заглядывай к ребятам таки на канал Болгарин с Одессы. Если есть там пожелания какие-то там, не то чтобы пожелания, желания, мечты. Свою может, машину предложение. Сделать индивидуальный, так и тебе сюда, к ребятам. Пиши Болгарину, а он подскажет, как сюда добраться. Встретят, накормят, короче. Я, знаешь, доволен. Давай, продолжаем. Оператор, короче, смотри, долгожданный момент, короче, это середина видео, да-да-да. То, как мы его загнали, а сейчас посмотрим, что там с ним уже чуть-чуть произошло. С нашим обалденным рестораном на колесах. Смотри, ребята тут занимаются, короче, во всей красе. Дай показать, что происходит на этом месте. Чинят машины любого формата, особенно смарт. Если у тебя есть смарт, это одессит, таки тебе сюда, погнали. Вытирайте ноги. Знаешь как? Закрыто, ёшкин кот, мама дорогая. Мы ноги вытираем. Идем, глянем. Это наш стол? Пахнет чистотой, да, и стол наш, и автобус наш. Удобно заказывать карася? Эй, Липован, два карася. Да легко. Пипец. Ох, там уже смесители кинули. Это будет сниматься, этот кубик. Ты хоть Наташе отдай на память. Смотри, как его отмыли. Смотри сюда. Смотри, что как в настоящем Мерседесе. Ёшкин кот, химчистка. Мама дорогая. И салон вымыли, а как пахнет. Катюня, а ну стой. Может, и мою Мазду загонишь сюда? Ой, а что, а ну-ка, примерь-ка. Тихо, не налазит. Да все. Суй хорошенько, и налезет. Вот в это, сувать? Суй. Ой, ты такой стройный, Сережка. Тебе нравится? Да. Иха! Ты хочешь, чтобы я с тобой заходила? А чё нет? Ну да, это же наш Мерседес. Давай заходи. Посмотрим. А ты дашь порулить? Потом? Да, интересно, я справлюсь. Ну где-то вывезу тебя в поле. Да, а чё в поле? Прям сдашь я сдашь мне экзамен, ёлки-палки. Это да. Техника непростая. Смотри, даже здесь хочется разуться. Ты посмотри, как вымыли. Я в шоке.
Обалдеть. Вот такой магнитофончик будет стоять, пионер будет. Музыка одесская звучать, смотри, фартуху место нашли. Короче, все в процессе. Холодильнички вымыли. Смотри сюда. Что там? Фрукты, вот овощи, такой, да? Холодильник, да. Фрукты, овощи, карасик охлажденный, все свеженькое, все будет. Тоже, да, да, ну в процессе, но ну, просто хочется полюбоваться чуть-чуть немножко процессом. А ну-ка, как это открывается? О, шикардос. Смотри, тут будет кран. Смотри, что у меня здесь есть. Насос, гидрофор. Поставили смесители, будет полноценная что, канализация. Что, поставили? Смесители. Или как? Штуки для канализации, короче, поставили. Ой, я уже хочу кататься. Но надо еще немножко подождать. Так ты что, елки-палки. Точно можно фреймунг загонять, не к чему придраться. Ну все, остались мелочи свои. Здесь будет рабочая поверхность. Короче, покумекаем еще. Будет реклама, будет все нормально. Так что все в процессе. Завтра начнут устанавливать музыку, электрику. Иван уехал там покупать всякие разные запчасти. Сковородочка моя, да. Да, из дома моя. Домашняя. Яички раньше что здесь пригодится? Ты такой красивый, красивый. Это она, девочка. Красивая девочка, Майлочка. С салона. Да. Бегала я там у Ивана на видео смотрел. Так что, ребята, не забывайте, переходите. Болгарин с Одессы, короче, там тоже есть за это полноценный проект. Как все это происходило, как отмывали, как там что-то делали, меняли. Такие, смотрите, залипайте. Пишите в комментариях от Липована. Так и Ивану будет приятно. Эх ты. Что? Поехали? Поехали, оператор, думай там, что идеи какие. Я видите, тебе что говорю, подумать. Что этот блочок нужно оставлять. Все, давай, до встречи. Блочок? Ну да. Покумекаем. Тебе нравится? Я знаю, что так должно быть. Хорошо, у меня куда просто... оставим? Вот, молодец. Поехали в архиву скоростей жарить. Музу ловить. Короче, оператор, все нормально, елки-палки, уже у ребят мы забрали машину, перегнали ее к Коле, человек, который делает лучшие наклейки в городе Одессе, да еще и не просто наклейки, короче, смотрите дальше, будет, ты что, не автобус, а сказка, правильно? Правильно. Еще надо этот елочку повесить с ароматом жареного карася. Фу, это не камильфо. Ладно, хорошо, без елочки, просто клеим, все, оставляем, погнали. Погнали. По делам, ребенок в луже уже искупался, все в порядке. Лужи шикарные, я бы сам подолапался. Давай. Все. Вот это будет контент, Сережка, когда тебе пишут. Жареный карась на колесах. Увидимся скоро. Поехали. Та-та-ра-та-ра-та-ра-тай. Та-да-да-да-да-да-дай-дай. Короче, оператор... Два липована. А? Ты шо, елки-ты-палки. Шикардос. Короче, друзьяки... таки случилось, свершилось у Липована счастье. Вот такой автобус уже готов, елки-палки. Хочу сказать, друзьяки мои, все, кто принимал участие вот в этом, блин, международного формата, масштаба, размеров, короче, ресторана на колесах, от всей души благодарю вас, друзьяки, снимаю шляпу, крепко всем жму руку, жду вас всех на карася в Архимус круглосуточно. Короче, спасибо, таки подарили Липовану счастье. Ну а Липован, в свою очередь, будет это счастье дарить на весь мир. Так что таке, оператор, дай показать, иди сюда. Что получилось? Смотри, QR-код рабочий, друзьяки, да, всем рекомендуйте, там туда-сюда, навел, подписался, милости прошу на канал, от всей души, всем рады, короче. У нас весело, замечательно, по-одесски, да и просто шикардос, что тут скажешь по-другому. Катюня, смотри, это просто мама дорогая. Это да. Захотел карася? Так и вам сюда, ребята, елки-палки. Карась таки рыба. Ты шо, ламинация, все работает. Фразы все прямиком из Одессы. Короче, шо, погнали дарить людям счастье? За всю Одессу, да? Да. Эх ты. Друзья, вот такой есть у Липована ресторан на колесах. Единственный на целом мире и в нашей любимой Одессе маме. Короче, такое туда-сюда, лови меня на ютубе, лови меня, как я говорю, где поймал, там тебе и отжарю. Так что такие, давайте, с вами был Одесский Липован. Всем пока-пока, чао.